Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 586. События дня. Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. За 21 июля 2017 года. Встаем в 4:40. И вечером иногда дольше приходится. Я еще под контроль поставил себя. Звонит всегда в 4:40 Никита. У него будильник, а я не слышу. Да и не ставлю его. Сейчас Надежда Васильевна приходит с телефоном под окно и рукой стучит в окно. Если я не встал, я наказал всем. А в 6 часов уже звонит Татьяна Капустина из города. День прошел вчерашний напряженно. Предыдущий день все доставали деталь важную для бульдозера. И вчера Роман нас повез туда. Трактор там и оставался на пруду на втором мостике. И вот трубу длинную через всю кабину сделал Роман. Там дырки прорезал, отверстие, в которое вставлять можно, как ломик. Как выдерга вроде. С двух сторон проворачивать. А посередине тоже отверстие. Тросик вставляется, наматывается им. Под бульдозером бульдозерист, и там цепляет, чтобы подняли. Такая тяжесть, вдвоем надо. Я держу, нужно ломиком подправлять влево-вправо. Роман отвлекается, из самой кабины уже залазит. Одному держать, руки онемели, и как будто мертвые. Тяжело очень держать ее, разворачивает, она тянет там. И отпустить нельзя, там человека задавит. И вот он ровно 5 часов под бульдозером, безвыходно пролежал бульдозерист. А потом Роман к нему лазил. И все-таки сделали. Сделали. Дожди начались. 3 дождя. Вроде совсем маленькое облачко, чуть-чуть темное. Сверкают молнии, гром. Да нечего, кажется, и нет. И дождь проливной. Ветром угнало его. Гляжу, как будто разворачивает у ветра, ветер в другую сторону. Но размочило все, невозможно. Там полтора часа работал он или нет. И в 3:30 только начал и немножко сделал. Пошел трактор, но работы не дало. У меня возможность. Я там мастерил под палаткой, как скрывается. Это все мокрое, весь, невозможно. И бульдозерист стоит. А что там грязь тащить? Что я с ней буду делать, он говорит. Опять вызывает Романа. Связи нету. Батюшка пасет овечек где-то, на него вышли, он на другого, на Алексея, я контрольно. Володину недоступно, а Никита рядом доступно. Сказали, он побежал к Роману, и Роман приехал на своей машине, на джипе. И нас привез домой. Рано, тоже машину бросили, я велосипед там бросил на первом мостике, там не протянешь, солонцы. Но первый там мостик уже сделанный как надо, прошмыгнули его, а дальше с разгону и на бывшую трассу, когда делали насыпь. Вот день такой и прошел. День. Обед привозят. Мне отдельно готовят. Здесь сумка Никитина, а для бульдозериста Виктора. Вчера в очередь была, кажется, Людмила Янчук. Я так понял. То Люба готовила, тут Ирина по несколько дней. Неделя прошла, считай. И приносят. Он обычно одет, отдельно обедает, отойдет. А тут я на бугре обедаю, и он, гляжу, идет ко мне со своей корзиной. Рядом сел, я уже заканчивал. Отошел, чтобы не смущать. По-хорошему, все по-хорошему, но от нас погода не зависит. Приехали вот. И тут давай смотреть, что и как. А ребятишки-то внутри забились, тут посмотрел, какие показавшиеся мне возможности не использованы. Каждому показать надо, рассказать, и маленько так вот. У нас, интересно, кошка заболела, и болеет, и все там, а
лечит ее шарик. Сметаной мажем ей все места, а он зализывает. И вдруг она исчезла, и 2 дня нигде нету. Я подумал, что она решила красиво уйти из жизни. Ушла и где-то в кустах скончалась. Болеет. А может быть, лежала, она вышла на солнышке лежать в стороне, на покосе. А коршунью летает, они сразу определят, сразу, что она больная. Он ее сапал и утащил. Ему это ничего не стоит. Огромная птица. И вдруг уже все, я простился с ней, больше нет ее. И вдруг вылазит коробка голубей перевозить. Она туда залезла, и, видимо, клапан закрылся сверху. И 2 суток ее не было. Но она, видимо, выдавила, ну, клапан-то какой, картонный. И вчера вылазит оттуда. Ну, и опять начали лечить. Тут Марина это Сергеева. Володя держит ноги, мажем. И опять Маша подвела шарика, он зализывал ее, сметаной мазала. Вот день, один день. И у нас все здесь конкретно. А то вот старообрядцев где-то там гнали. Было. Ну, было все на этом счете теперь. Вот больше разговаривать не о чем. Идите на благовестие. Мне присылают материалы старообрядцев. И вот сидят священники, и все толкуют, все живут в прошлом. Ну да, напал Гитлер. Ну да, что воевать надо было. Ну да, что надо на страну поднимать из-за разрухи. Здесь ничего нет. Старообрядчество — это мертвая зона. Благовестия нету. Нету и не надо, и не ревнует. Совершенно нету этого. То есть полигон засохших, погубленных талантов. Об этом не говорят. Но сегодня-то идите на благовестие, миссионерские устраивайте путешествия. Нету никого. А вот старые перебирают, они пострадали, показывают выбитые зубы. Ну, хоть сколько. Ну, я это испытал, знаю, но вышел. И что теперь? Показывай болячки. Ну, показали, реабилитируй. Ну, надо работать. А после этого ты лагерь, и деревни, ну, и все остальное. Ну, работать надо. Идти на благовестие. Библию не издают, потому что Никонский перевод. Своего нету. Тупик. Старообрядческий тупик. И вот написала Галина Влеська. «Мир вам, потеряевцы. Смотрю ролик про обед на стане». Даже не на стане обед. Это там, когда было, отдельно на бугре от комаров. Вот где во всей Божьей вселенной раздастся звонкий голос любящей сестры из дверок фургона газельки. Там Галя сидела, Загуляева. «Для братьев есть квас, а сестра из Канады, Мария Королева, накормит из ложечки новокрещенных кемеровских деток крошек». Ой. Правильный ответ. Где? В православном заповеднике под названием деревня Потеряевка. Интересно, выставки устраивают, а выставки настоящие. Заповедник веры. Все про Потеряевку. Волобоева Александра Павловича. Он 20 с лишним лет ведет фоторепортаж отсюда. У него 1000 фотографий. И сколько бы ни кружил темный ворон над этим благословенным богоизбранным местом, ему не разбить цепей любви и веры. Аллилуйя! Повсюду по России возведены фабрики по производству домов под ключ на разный вкус и кошелек. Бригада выезжает и достраивает под ключ домики, либо домищи. Поэтому, Алексей Устинов, это только начало. Верую в то, что Потеряевка надолго. Жалкую, что не узнала вас раньше. А то стояла бы и наша Влеськовская усадьба с вывеской «Православное ателье» или «Врачебный кабинет невролога». Как можно гнать педагога Владимира Галендухина за православное просвещение деток в наше время? Выгнали его из школы. Когда правительство вкладывает миллионы наших налогов на борьбу с суицидными, нарковербовскими ИГИЛ-сайтами для детей, вербует туда. Так один Галендухин до своей пенсии много деток смог бы подправить. Молитва не дошла. А в прямо эфирных встречах с руководством страны одни жалобы на плохое житье. Хромое православие, крещен да не просвещен. Как гнали меня, так будут гнать и вас. А дальше-то какие обещания? Наш настоятель посмотрел мое пребывание в гостях у вас и изрек. Как-то все строго. А я ему в ответ. Зато у них молоко настоящее. Благодарю, Игнатий Тихонович, за все.
Верую, что труды ваши Богу угодны. Памятник вам при жизни не поставят, конечно, а вот плоды ваши взойдут обильные. Работаем. Верую и аминь. Спаси Христос. Вот видите, как понимает. Вот. Она была у нас здесь 2 недели. Трудилась. И вот показать, какие у нас ресурсы. Это первый, самый важный для меня был мой мир. Вот он в моем мире. Сюда я перетаскиваю все, что вставляю на своем видеоканале. Ну и вот наш видеоканал. Даже посмотреть не успел сегодня. Сколько вчера было посещаемость? 207 человек. Совсем мало. Ну, это 207. 1600 тем. Вот. И наш видеоканал. Вот он как выглядит. Православный видеоканал. Богатый очень. Вот сегодня поставили события 5 человек. О послушании Богу родителям. А чего смех был на молитве 18 за 32 минуты. Ну, приходит 10 роликов сегодня выставил. Всегда. И вот наш православный библейский сайт «Во свете Библии». Тут самое ценное, 4124 ответа. И вот не могу никогда же начинать считать. Вот сейчас уже без 2 минут 6, а в 6 должен идти завтракать. Поэтому дойдет время, тогда дальше будет. Сегодня просто абсолютно нет времени. Пришел вчера, костюм на мне, я так маленько опустил его пониже, и руками выжимаю, как белье с него течет. Ну, вот так приходится работать, трудиться. Делаем, и дело как будто бы движется, на самом деле почти стоит, потому что то не погода, то сломалось. Ну, какие наши тут события? Всемирного масштаба, вы все, каждый знаете. Ну, во славу Божию.